графический планшет для бумажных рисунков. В этом видео поговорим о планшете Wacom Indows Pro Paper Edition. Комплект поставки. Сам графический планшет, два пера, одно из которых оборудовано гелевыми чернилами, держатель со сменными наконечниками, стержни с чернилами, чехол под перья, бумага, зажим для бумаги, кабели и документация. Корпус планшета очень тонкий и целиком выполнен из анодированного алюминия, а стеклокомпозитные смолы делают его прочным и крепким. Прорезиненные ножки препятствуют скольжению по рабочей поверхности. Планшет оборудован 8 настраиваемыми клавишами и круговым меню. Боковые кнопки пера и сенсорное кольцо можно настраивать и перенастраивать по своему вкусу. С помощью сенсорных мультитач-жестов можно масштабировать, панорамировать и перемещать рисунки. Главной особенностью этого планшета выступает поддержка бумажного рисования с помощью специального пера с гелевыми чернилами. Вы можете рисовать на бумаге, как привыкли, зажав листы специальным держателем, а потом редактировать изображение в любом удобном редакторе или хранить до 20 рисунков в специальном предустановленном приложении. Максимальный размер листа, закрепленного на планшете, не должен превышать лист А4. Можно даже записывать видео процесса рисования и делиться им потом с другими. Если вы хотите использовать планшет без бумаги, то для этого есть второе перо с традиционными наконечниками разной толщины. Подключение к компьютеру на базе Windows или Mac осуществляется как по проводу, так и по Bluetooth. Стандартное перо поддерживает 8192 уровня нажатия и 60 уровней наклона, обеспечивая максимально натуральные ощущения при рисовании. Оно не требует питания и всегда готово к работе. Таким образом, перед нами не только продвинутый планшет для обычного цифрового рисования, но и уникальный инструмент, позволяющий рисовать на бумаге и в дальнейшем редактировать изображение любым удобным способом. We'll be right back.